Я рада приветствовать вас на своей кухне. Сегодня мы будем готовить легкий витаминный салат. Для этого салата мне нужно подсушить на сковороде грецкие орехи и залить кипятком изюм. Орехи слегка подсушиваем на сухой сковороде. Для этого салата я заранее отварила и охладила свеклу. Теперь мне нужно ее нарезать кубиком. Перекладываем свеклу в миску. Теперь таким же кубиком мне нужно нарезать яблоки. От кожуры я яблоки не очищала. По желанию можно очистить. И взбрызнуть лимонным соком. Перекладываем в сотейник. Пересыпаем отцеженный изюм. А также подсушенные орехи. Я их предварительно измельчу ножом. Такой салат можно заправлять любым соусом, майонезом, сметаной, йогуртом. Этот салат я хочу сегодня заправить сметаной, черным молотым перцем и петрушкой. Все хорошо перемешаем. Немножко соли сюда не помешает. Попробуйте приготовить вместе со мной такой салат. Очень яркий, насыщенный. Настоящая витаминная бомба. Прекрасно сочетается с любым блюдом из курятины. Готовьте с удовольствием, порадуйте своих близких. И приятного всем аппетита!